Книга «Открытым оком», том 2, тема «Деньги», вопрос 865. Сегодня к нам на работу приходила монашка из Знаменской церкви продавать иконки. Она была без платка, с прической и накрашенными губами. И разговаривает по-мирскому. Хотя до этого приходила и выглядела вполне благочестиво. Объясните, пожалуйста, почему это происходит? Может быть, сейчас это разрешается в монастырях? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы она принесла вам Библию, слово живого Бога, то насколько бы я ни был строг, в чем меня постоянно обвиняют, я почти не заметил бы, как она выглядит. Мне приходилось с такими разговаривать во многих местах города. Есть из них и богобоязненные, и одеты, как прилично святым. Приятно посмотреть, но Слово Божие для них не стоит даже на втором месте. У них главная установка продать и угодить своим начальничкам. Ни живой мысли, ни проблеска жизни в глазах. Неужели батюшки, исповедуя их, не видят, что вместо живой души муляж? Что вместо развития таланта тупая покорность, убита живая мысль. Но стоит только коснуться беспорядков в церкви, они мгновенно оживают и начинают яростно защищать их. Создается впечатление, что подавляющее большинство этих торгашей, как и программистов-компьютерщиков, одержимые. Местный епископ напостригал их и вытолкал попрошайничать по магазинам и предприятиям на, в кавычках, благочестивые и ненужные, кавычки закрыты, и ненужные украшения. Особенно сколыхнула мирских людей схватка между епископом Антонием и благочинным Новоалтайска Михаилом Погибловым. Как их сторонники мгновенно ожили от литургического, в кавычках, сна, напечатали тысячи листовок, разбрасывали их, обклеивали заборы и раздавали прохожим. Всем нужна была одна победа, а ведь весь сыр-бор был только из-за денег. Сегодня в Москве целая система попрошаек, заполонившая метро, вокзалы и людные места, собирающих пожертвования на строительство храмов. И вот уже газета «Россия» от 17-24 марта 2002 года печатает статью «Оборотни в рясах». «Ради Христа Иисуса» или «Ради хлеба куса», кавычки закрыты. В августе 2000 года архиерейский собор Русской Православной Церкви вынес определение: в условиях, когда священнические и монашеские одежды подчас используются мошенниками, собор счел недопустимым сбор пожертвований священнослужителями и монашествующими в публичных местах. Миряне же для осуществления такого сбора должны иметь письменное благословение правящего архиерея той епархии, где производится сбор. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Есть даже не церковные группы, организующие нелегальный сбор якобы на церковные нужды. Нанимают молодых людей, обрежают в подрясник, дают им ящичек с куфью, документы с какими-то печатями. Договариваются таким образом: будешь собирать на такой-то храм в глубинке. Две трети от собранного нам, треть тебе. Для настоящих же сборщиков подати в Москве документы подписывает обычно архиепископ Истринский Арсений, викарий, заместитель патриарха Московского и всея Руси. На расследование лжесвященник сознался, что собрал около 30 тысяч рублей. В Москве эта сумма могла быть в несколько раз больше. Рясу шил в ателье, а собранные деньги тратил на свои нужды. Кавычки закрыты.